Сегодня я готовлю своему пацану индейку и вот такие вот макарошки. Они вот такие красивые. Индейка у нас будет сегодня сливочная. Для этого я буду использовать молочную смесь, которая была у нас вот здесь, осталась еще. И сейчас я немножечко поджарю индейку и залью все это. Хочу попробовать первый раз, так что получится. Хочу мы сливочную сделать, такая сливочная индейка. Стыдно, смотрю, мы с тобой какие одинаковые. Я решила влог такой снять, знаете, спонтанный, да? Вообще, то есть нет никакой сюжетной линии. День там мы одно кушаем, день другое, день вот мы сейчас по делам едем. Что случилось? Ну скажи. Привет. Привет, скажи. У нас сейчас время спать, как раз поедем, и Данька уснет. Смотрите, я ему шапку купила, видите, как у меня похожую. И внутри у него тоже красная кофточка, как у меня. Все по фэншую, да. Все, сейчас едем по делам, на самом деле. Не могу сказать, каким. Секретные дела. Но если все получится, вы об этом узнаете первыми. Кстати, крошки, помните, что совсем недавно был таксобаттл, и у нас по итогам нашего таксобаттла, так как у Настя заработала больше денег, а у меня была твердая пятерка по рейтингу, поэтому у нас была ничья, так как мы баттлимся по трем критериям: это рейтинг, это заработок, и третий момент — это зрители. Ну, и хочу подвести итоги. Конечно же, Настя выиграла, потому что, ну, понятное дело, у нее в два раза больше подписчиков, чем у меня. Но я думаю, что для своих зрителей выиграла все равно я. И я, конечно же, хотела поблагодарить всех моих зрителей за огромную поддержку. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы, девчонки, все равно крутые за рулем. Вот. Так что поздравляем Настёну с победой. А меня просто поздравляем. Также я решила добавить сюда болгарский желтый перчик. Аромат сразу, мне кажется, так будет вкусно. Также я добавила сюда один желток яичка. Сейчас все перемешаю. Итак, наша сливочная индейка готова, она наивкуснейшая, тает во рту, это очень вкусно, так что я буду есть это все с Дэнни. Макарошки наши сварились, они немного разварились, но в принципе это не страшно, я думаю все это вместе перемешать. Но все приготовила, положила пацану для украшения и для вкусняшки горошек и кукурузка, то что он любит. Я думаю, им очень понравится. Сейчас я пришла в торговый центр «Горизонт», и вот, наконец-таки, я уже здесь была, но здесь открыли новый проход. Смотрите, какое красивое сердце тут. Сейчас я его с той стороны покажу. Какое оно яркое, я уже возле него сфотографировалась и выложила в Инстаграм. А еще с хэштегом «Я любовь». Сейчас хочу подняться на второй этаж. Я смотрю, тут лифт. Посмотреть, что там. Все очень красиво. Посмотрим, что на втором этаже. Мы в лифте. Очень красивый такой зеркальный. Тут, кстати, есть еще это. О чем мы едем? Я второй нажала. Это второй. Значит, нам нужно на третий. А что это мы на втором? Мы не на втором уже. Странно. Получается, первый еще? А, первый. А, ну я же чуть поднялась там, да. Ну что, на третий поеду? Или на третий нельзя? Или лифт не работает? Ну вот тебе, хотела показать. Все для блогера, пожалуйста. Давай на первый. На первый едет. На третьем, видимо, ничего еще нет. Ну а, ну да, я вижу, что там ничего нет. Ладно, на первый. А на первом чисто выход. Обратно, обратно, на второй. И что, где-то мы выйдем. Парковка. Кстати, тут до машины ближе даже будет. Ну все, прогулялась, хватит. Вот так еще я приучаю своего котика кушать. Денечка, по одной бери в ротик. Режу ему на маленькие кусочки, все, и он кушает. Я уже в Инстаграм выкладывала пост.
Для того, чтобы вырабатывалась моторика, лучше, чтобы даже ребенок руками все это брал. Вот. Разноцветные, видите, у меня здесь. Это рыбка, лосось сегодня у нас. Давно мы ее не ели. Здесь у нас есть кабачок, потом болгарский перчик, оранжевенькая, это у нас вареная морковочка сладенькая. Вот. Также я могу еще горошек, кукурузку положить. Сырок он очень любит кусочками вот так брать. Давай, бери в ротик, зай. Кушай. Что-то там вкусненько. Вот вкусно что-то, да? Да, кстати, у нас подбитый глаз. Первый наш фингал. Пацанята. Упал как-то неудачно. Что даже, я, честно говоря, как-то он так упал, что даже и не видно было. Сначала вообще, чем он ударился, и он особо не плакал. Ну, расстроился вначале, но долго не плакал. А потом через полчаса появился синяк и небольшой отек. Но уже все идет на поправку, глаз открывается, уже его ничего не беспокоит. В принципе, так я видела, как он упал. Ну, как бы, я вообще удивлена, что у него что-то появилось, потому что не сильно упал. Видимо, зацепился. Кушай, моя коть, а дай маме что-нибудь. Маму покормишь? Дай маме. Ам. Дай маме что-нибудь. Ам. Дай маме. Ам. А я тоже хочу. Дай маме. А. А, это не дал. Дай. Ам. Мой зай. Кормилец мой растет. Да? Хорошее дело, кстати, детей приучать вас кормить с детства. Пусть это и на будущее вырабатывается привычка кормить мамочку, да? Пока что вот такими штучками, а потом денежку зарабатывать в дом. Мужик же. Как вкусно! Я голодной с тобой не останусь. А что ты мне еще дашь? Дай еще чуть. Крошки мои, я приехала на коррекцию к своему любимому мастеру. Вот она уже начала делать процессы. Я говорю, да подожди, я хочу показать до бровь до. На самом деле прошло, надо посмотреть сколько, но прошло больше полугода, да? Больше полугода. Брови на самом деле в отличном состоянии. И пришла я, то есть ничего не исчезло, ничего не стало. То есть они естественные и классные. Единственное, зачем я пришла, хочу просто потемнее. Вот. Раньше я вообще пришла, когда только, я вообще хотела, чтобы они были светлые, чтобы ничего не было видно. Потом пришла на коррекцию, говорю, делай потемнее. Вот сейчас прошло полгода, прихожу и говорю, делай потемнее. Но это потому, что я не определилась еще с цветом. Ну, как бы страшно, татуаж это ж как бы навсегда. Ну, не навсегда, но там на какое-то время, но... смотрите, как красиво нарисовала. Вот такую хочу прям бровь. Красивая. Вот, в общем, вот до. И сейчас я ложусь. И покажу уже после. Что я люблю, что мой мастер очень тщательно подбирает брови. То есть, чтобы все было вот прям смотришь и чётенько, прям что не придерется даже самый-самый такой человек, как я, придирчивый. Все-таки брови, лицо. Вот, все, мы нарисовали, и теперь пойдем татуировать. Че, классный, да? Вот так бы и пошла. Обжорик мой. Кстати, глазик у нас уже лучше становится, глаз открылся, синяк один остался. Сегодня мы кушаем, хотела вам сказать, вот то, что я заказывала. В первый день мы съели одно, да. Точнее, Денька все съела, я чуть-чуть рвала. А здесь у нас уже котлетки. Вот я одну котлетку намешала ему и добавила туда еще горошек и этот. Горошек и кукурузу. Он с удовольствием все это ест. На. Вот так вот, все падает у нас, скажи, мама. Мама, скажи, можешь меня аккуратнее кормить? Мой шпагат параллельно тянет. Че, мой сладкий? И такой сладкий-сладкий мальчик. Сладкий-сладкий. Здесь картофельное пюре, котлетка из индейки. Я все это перемешала, добавила кукурузу, горошек. Кусочек еще остался у нас этого морковочки. И он все с удовольствием ест. Все, мои крошки, мои бровки готовы. Посмотрите, какая красота. Но это свежее. Они еще, естественно, будут сходить. Будете за мной наблюдать, как в прошлый раз наблюдали.
Мне так нравится этот ракурс. В общем, будете наблюдать за тем, как будет сходить мой татуаж и появляться новые оттенки. Но сейчас еще при дневном свете посмотрим на улице. Крошки, вообще такие брутки! Прям вот, на самом деле, даже так вот, вот если бы оно даже не сошло, было бы все классно. Но, как правило, татуаж, он сходит и становится менее такой яркий. Но мне кажется, что скоро я приду именно к такому цвету, и будет он в конечном результате яркий. Посмотрите, как сразу, да, лицо четко. Кстати, у меня прикол какой-то в последнее время. Я люблю вот так носить шапки, как пацаны, знаете, носят. Потому что она у меня очень обтягивающая, она как будто, ну, то есть я ее ношу так не из-за того, что прям вот мне так прям нравится носить, а именно из-за того, что она слишком стягивает, жарко, да, в машине. И я ее вот так немного припускаю, а потом смотрю на себя в зеркало, и мне кайфуче. Думаю, ля, пацанам, мне нравится, как пацаны, кстати, иногда так носят шапки тоже. Короче, я люблю спонтанные какие-то стайлы. Вот. Я не изменяю своему мастеру по татуажу, я считаю, что она просто вообще, просто чудо-мастер. И сразу могу сказать, что если кто-то захочет к ней записаться, я ссылку на нее оставлю под видео, она в Инстаграме работает. Если кто-то захочет записаться, сразу говорю, что запись у нее очень-очень плотная, то есть за 2-3 месяца практически запись, поэтому рассчитывайте на это, что к ней очень трудно попасть, потому что, я думаю, что потому что она супер-мега-мастер, вот. Ну все, мы, значит, будем следить теперь за моими бровями, будут превращаться они в менее яркие, как я думаю, да? Как правило. Короче, я кайфую. Ура! Совсем лицо другое. Класс, блин. Спасибо, Алиночка. Кстати, на улице сейчас у нас безумный гололед. Просто все люди скользят по улице. Машина моя просто катается, хотя у меня нормальная зимняя резина. Брата моего тоже ведет. Вот он говорит, шипы по-любому нужно брать, а у него липучки. Хотя у меня тоже липучки уже не первый год, но как бы скользко очень у нас. Вот. Сейчас хочу заехать в одно место, потом еще в одно место, потом еще в одно место. В общем, какое-то из мест я вам покажу. У меня все таинственное, я тут готовлю и боюсь что-либо сказать для того, чтобы, ну, не потому что там что-то сильно скрываю, а потому что у меня есть кое-какие планы, и которые, знаете, порой планы, на которые нужна энергия. А когда человек рассказывает о своих планах, он так или иначе эту энергию растрачивает. И так как все это нестабильно и внутри у меня, и снаружи, как бы, да, именно вот в реализации всего этого, мне хочется сохранить эту энергию внутри и не говорить раньше, потому что сейчас 100% скажу, потом что-то у меня внутри поменяется, и получится, что я вот это вот что-то треплюсь. Я вот как бы сделаю, когда уже конкретно будут какие-то вещи, тогда буду делиться. И вот сейчас я буду ехать по делам. Зашла в какую-то кафешку на Северном, пицца, какая-то пиццерия. И так прикольно, когда попадаешь в какую-то новую атмосферу, здесь реально молодежь. Я только зашла и сразу посмотрела, ну не просто молодежь, да, пришла, там поела, ушла, как обычно во многих магазинах, таких заведениях фастфуда. А здесь они реально играют, вот там детки. И прям вообще дети есть, возле окна прям сидят. И я как понимаю, что это такое набитое у них место. Вот, я как будто зашла на чью-то вечеринку. Такое необычное ощущение. Заказала здесь фирменную какой-то додстер фирменный. Ну и кофе. Сейчас перекушу быстро и поеду дальше по делам. А, все, увидела. Здесь у них есть полочка, где разные игры. Алиас, Мафия, Бен Бу. Я просто плохо вижу издалека. Поэтому они здесь играют. Я думала, они со своими играми. Нет. Вон, видите? Вон полочка, две полки с играми. Не пойму, что это, типа Додо пицца. Там в туалете было написано Додо. Короче, возле торгового центра Волково. Волково, по-моему. На севере. Короче, сейчас я иду в одно заведение. Что-то я зашла такая, так искала долго, сейчас я не могу найти. Короче, для начинающих предпринимателей в Ростове муниципальная такая вещь. По фото и видео я смотрела, что там очень круто. Открывайся, лифт. Короче, мне не удалось там пройти, потому что сегодня предпраздничный день, они работают до 5, и я, как всегда, поздно хожу. Вот. Ну, в общем-то, сказали, что здесь я могу прийти,
как начинающий, допустим, предприниматель, задать какие-то вопросы, мне могут что-то посоветовать, рассказать. Вот, я вообще... Ой, на второй. И рада, что у нас есть такое место в Ростове. Вот. Еще он как говорит о каких-то договорах, каких-то контрактах. Надо, короче, все это узнать. Я говорю, да я ничего не хотела тут договора заключать, ничего. Короче, я поняла, что... Еще он говорит, что у них большинство всяких таких мероприятий, собраний, там, обучающих, они бесплатного характера. Есть, наверное, еще и платные. Короче, все хочу узнать. Он мне сказал, приходите в будний день, вовремя, и мне дадут человека, который все-все подробно расскажет. Бизнес-план не составят, но помогут его составить. Всем доброе утро, на дворе 8 марта. Я, конечно же, на 8 марта с цветами. Естественно, вот такие розочки. Красота. И еще у меня на пальчике новое колечко, которое вообще супер-пуперское. Я счастливая. Я счастливая женщина. Сейчас малому готовлю еду. Покажу. Сегодня у нас говядина с овощами. Здесь у меня помидорки, томаты и болгарский перчик. И гречечку уже сделала. Сейчас все это доделаю, потом все перемешаю и буду кормить своего малыша. Холодно ждет. Кстати, все, что я готовлю, всегда стараюсь готовить нам на двоих. Ну, то есть то, что он ест, то и я ем. Поэтому все будет вкусно. Единственное, что я ему не досаливаю все, меньше соли кладу, поэтому... Ну, я в тарелке могу себе досолить. Мой татуажик. Ждем. В общем, все перемешала и добавила горошек. Сейчас мой Тынчика будет с удовольствием все это кушать. Что, ты готов кушать? Ну-ка, попробуй. Мама что приготовила. Мне нравится, вкусненько. Говядинка норм. Что? Невкусно тебе что? Ну-ка, на еще. Может, со второго раза ты попробуешь? Ну-ка. Норм? Вкусно? Нет? Еще будешь? Еще будешь дать тебе? Ты? Будешь? Открывай рот. А говоришь невкусно. Обманщик. Чего-чего? Чего-чего? Запить хочешь? Мы пьем, что у нас тут? Агуша. Яблоко пьешь. Нет, это не надо. Сейчас все разбрызгаешь. Вот пей из бутылочки. Так все намного чище. Готов к следующей ложке? Мужик мой, говядина кушает. Да ну сразу не запивай, да не пожуй. Крошки мои, вы давно просили. Смотрите, ногти какие у меня. Ну я в Инстаграм выставила, там все видно красиво. В общем, нашла прекрасного мастера в моей любимой студии Велес. Давайте я познакомлю. Яночка. Всем привет. Вот такая молодая, посмотрите, что творит. Сейчас молодежь вообще такая талантливая пошла. В общем, теперь будете видеть меня такую классную. Так что, кто захочет красивый маникюр, куча дизайна разного, шеллаки офигенные. Долго, да, будет держаться, сказали? Конечно, люкс-серия. Люкс-серия, да. В общем, приходите сюда. Все, конечно же, контакты внизу. Ты ждешь? Обязательно, всех, до единого. Ну все. Все, девочки, пока. Пока, можете присылать. Хорошо. Ой, ну посмотрю теперь, как будет держаться этот вот люкс, потому что шеллак на моих ногтях, честно говоря, плохо держится, поэтому я его особо не делала. Но тут какой-то сказали другой лак, который вообще долго держится, и плюс девочка вообще дизайн такой мне сделала красивенький. У нее столько всяких классных приколюшек, я думаю, что теперь вы все время будете что-то такое красивенькое видеть у меня. Вот, хорошая девочка, делает все очень аккуратно, хорошо. Я счастлива. Да, еще я сегодня убирала усики. А, еще я здесь лазерную эпиляцию делаю. И у меня уже под мышками ничего не растет. У меня вообще там осталось три волосины под мышками. Я думаю, что сегодня, мне кажется,
уже конечный последний раз. Уже ничего не нужно будет делать. Усики, конечно, убираются чуть дольше. Вот, но это у всех так. Не знаю почему, какие-то там вот это. Но мы сегодня, в общем, стараемся, пробуем там, чтобы было все хорошо. В общем, работаем на результат, как говорится. Короче, обожаю на самом деле эту студию. Вот здесь атмосфера такая очень классная. Еду потом домой, забираю малого и с братом, и с его женой. Мы поедем, сейчас погуляем куда-нибудь. Я хочу себе заровские брючки купить еще. Короче, эти такие классные, вот они на мне, вот эти вот. Такие классные, такие удобные, они кайфово сидят, они приятные, их все время хочется одеть. Это вот первое, что у меня вечно в гардероб, знаете, хватаю вот так, одеваю. И вот я замечаю, что если что-то я прям таскаю все время, мне комфортно, ничего нигде не давит, классно сидит, все модно. Я хочу еще такие. Только я хочу, знаете, там чисто черные, например, или может быть... Ну, черные всегда у меня в ходу, вот у меня сейчас черных таких нормальных, интересных нет. Вот чисто черные было бы классно, ну, может, с какими-то немного рисунками. В общем, посмотрю, что есть. Ножки! Вот она, всем Аня, привет, которая выиграла у меня в Инстаграме. Вот такой сертификат на 1500 рублей. Держи, это твое. Спасибо большое. Слушай, я хотела спросить тебя. Ну, ты везунчик такой. И на встрече у меня была, я помню. И выиграла. Ты первый раз выигрываешь? Или у тебя постоянно так везет? Нет, я первый раз выигрываю. Очень неожиданно было, правда. Класс. Но мы прям в прямом эфире все честно проводили. Куча свидетелей. Ты прям сразу опа, и выстрелила. И еще вопрос. Ты же блогер, я помню. Да. Я заходила на твой канал вчера, и последнее видео у тебя было 7 месяцев назад. Да, я знаю. Просто сейчас учеба, готовлюсь к экзаменам, нет времени. Но снимать. Ты это забросила совсем или будешь? Нет, продолжать? Нет, я буду продолжать. Ну я тогда оставлю ссылку на тебя, да, под видео. Да, и девчонки, посмотрите, заходите. Я думаю, будет интересно что-то там. Вот. А, сейчас мы сфотографируемся для Инстаграма. Ну и увидимся. Настя вот так любит брата. А мы, короче, взяли машинку. Они раньше приехали. Взяли, короче, машинку без экрана. Больше не было. А ребята раньше приехали, успели еще машинку с экраном взять. Ну, сейчас сядем куда-нибудь. Денька встал, пошел и это лазит. В лицо смотри, не надо, Настюш. Детвора. Настя, хочешь Денькину машинку? Хочешь к Деньке в машинку? У нас нет экрана, пойдешь туда? Пойдешь в машинку без экрана? Алло, Лиза, прям. Ну ладно, поехали кушать. Дэнь, что ты там у Насти клацаешь? Вон они, мои родственнички. Бешеная семейка. Благодаря деду, дедькам. Дедькам, блин. Семья это так спокойная. Дети делают семью бешеной. Мы тут. Вес. Идите сюда. Вес, а ничего, что я вашу семью назвала бешеной? Сделала. Бешеный назвала вашу семью. Почему? Я говорю, ну из-за ребенка. Сидится, бесится. Бешеная семейка, говорю. Увидели. Друзья. Вот она. Ты уже здесь. Блин, крошки, на самом деле сейчас гуляли, и вот впервые у меня такое, знаете, вот иду и чувствую, что моя голова гудит. Просто гудит. Я не пойму, может это повышение давления, но как бы я знаю, что такое понизилось как бы давление. А вот когда, вот, знаете, вот прям повысилось... Ну, обычно мотор вроде там, да, что-то шумит, ну, в плане это сердце. А у меня прям вот голова как-то, и она не болит, острая боль, и не тупая какая-то, а вот прям шумит, гудит в голове все. И прям так хочется скорее, знаете, куда-то в покой зайти, вот, взять чаечка какого-то. Но мы сейчас сели, но все равно как-то шумно, и дети, на самом деле, они же шумят вокруг. И я хоть и хотела уединения, но, блин, с детьми какое уединение? То туда, капризы какие-то, вечер устать. Ну, вроде чуть полегче становится, но я прям мчу домой. Вот, купила, кстати, себе карту МТС, у меня есть Теле 2, у меня есть Билайн. Я уже все попробовала по интернету. Короче, взяла МТС, надо тоже попробовать. Что быстрее, лучше будет. Может, на МТС у нас интернет будет лучше. И эфиры будут лучше. Вот. А то меня тут ловит, там не ловит, нужно подгадывать. Ногти у меня просто огонь вообще. Кстати, новость для вас хорошая. Я созвонилась с девочкой.
ну, которая владелица, с одной из владелец салона. И, в общем, мне предложили, чтобы для моих подписчиков был бонус. Я вообще сразу обрадовалась и сразу вам бегу и спешу об этом сказать. Значит, смотрите. В салоне, в котором я делаю вот косметологию всю, да, аппаратную, ноготочки вот делаю. Сейчас у них там и перманентный макияж появляется. Короче, много всего. Девчонки очень тщательно подходят к выбору мастеров. То есть у них мастера отменные, все хорошие. То есть они вот за качество, все, ну, как бы за каждого клиента очень сильно дорожат. И очень хорошие отношения, очень хорошие люди. В общем, они мне предложили, что для моих подписчиков, все, кто придет от меня и скажет, мы вот от, с канала Селена Свей, на любую процедуру будет 10% скидка. И в этот же день, то есть вам будет 10% скидка, и в этот же день вам дадут дисконтную карту постоянного клиента на 10% скидки. У меня такая карточка есть, и будет у вас, если вы скажете, что вы от Селены пришли. Вот, я обрадовалась, что такой бонус для моих зрителей, ростовчанкам, да, ну как бы вам это ростовчанкам скорее. Вот, и так что добро пожаловать. Вот, отличный мастер по маникюру, косметолог вообще, супер-пупер, я же сколько всего там уже наделала. Именно аппаратная косметология, то есть там не колят ничего, аппаратная косметология очень классная, крутая, уже испробовала. Все, усики удаляю, подмышки, у меня уже там просто ноль, да, говорю. Ну, короче, все контакты я под видео оставлю, их телефон, там адрес, где они находятся, очень удобное расположение, прям в центре, то есть остановка рядом, да, то есть с любого конца. Короче, вот знаете, да. Ну, короче, вся информация будет под видео. Сразу настроение, видите, поднялось, я забыла, что у меня даже голова болит. Когда начала об этом говорить, все, хочу домой. Еще я подумала, что как-то ногти вы мои сблизи-то не видели. Вот, смотрите. И вот здесь у нас идет рисунки такие. Все гладенькое такое. Короче, фокус прыгает. Но, в общем, видно, да? Такие рисуночки, такой дизайн. И я прям чувствую себя превосходно вообще. Класс. Спасибо, Яна. Что в следующий раз будет у нас, посмотрим. Доброе утро, пацан. Кстати, лайфхак. Чтобы малой учился кушать и прям все совсем не разбрызгивал вокруг себя, я делаю кашу ему такую более, ну, менее жидкую, короче. И тогда оно все не течет по бокам, и он старается сам есть. Он, видите, раз и прилипло. Я успею убрать. Кашки я ему делаю вот такие. Мне очень нравятся. Они есть разные для разного возраста. Есть с кусочками. Прям там даже хлопья, злаки. Очень классная. Вот. Но это без хлопьев, злаков. Вот с 12 месяцев. Вот там уже есть специальная. Это я что-то не усмотрела. Взяла вот такая. Ну, тоже вкусненькая. Так, очередной привет, не помню, когда я последний раз снимала влог. Короче, я сейчас ехала и еду опять вот это под крышей для начинающих предпринимателей. Хочу посоветоваться. И в итоге, блин, я не могу нигде в центре припарковаться, это невозможно вообще. Я просто сейчас платную парковку нашла, 25 рублей в час. Думаю, во, огонь, что я ее раньше не видела, очень круто. Так что сейчас пешочком буквально тут раз, две секунды дошла. Сейчас бы только вспомнить, где это было. Надеюсь, меня проконсультируют и скажут мне, что, зачем я должна сделать. Зашла тут рядом в публику, думаю, блин, знакомое место. Ну, в плане, по названию, думаю, все говорят о нем. Зашла, оказывается, я тут была. Давно была, когда с Москвы приезжала, все время меня девчонки водили в какие-то места интересные. Вот публика – одно из таких мест. Заказала себе бизнес-ланч, там столько-столько всего, короче, а я только съем салатик, походу, и борщ, если хватит меня. Потому что нет времени. Короче, заплатила за бизнес-ланч 250 рублей. И съела оттуда только салат. Я отказалась от пельменей, от морса. Хлеб не съела. И борщ одну ложку съела. И в итоге уже, ну... Просто, короче, я рассчитывала на 10 минут зайти. Получилось, что я там больше получаса была. Мне некогда. Я ждала Бога.